Привет, дорогие друзья! Как и обещал, сегодня монстрики! Очень много пакетиков, целая коробка и еще. По-моему, здесь также их 15. Hello, my friends! Итак, ребята, сегодня мы откроем сверхкрутых монстриков Шар Монстерс. Эти игрушки продаются уже в Ашане, в Магните и также в киосках, в печати, в палаточках. Эти игрушки меня очень заинтересовали. Думаю, вам также понравятся эти монстрики, потому что я люблю всяких таких монстриков. И сейчас мы все их откроем и посмотрим вместе с вами, что же в этих пакетиках с сюрпризами. Ну, как написано на коробке, должна быть карточка какая-то, еще что-то и монстрик. Сейчас посмотрим вместе с вами. На коробке нарисовано очень много монстриков, возможно, их будет много в коллекции. Давайте выспим, что в ней лежит все на стол. И начнем открывать. Открываем первый пакетик. Как мы видим, пакеты очень большие. Что же там будет внутри? Посмотрим. Оп. Смотрите, какая большая здесь книжечка. Так, что здесь к ней прилипло? Какой-то кусочек карточки здесь торчит. Сейчас посмотрим, что это. Опа, ничего себе. Смотрите, как реализован вкладыш коллекционера здесь. Здесь прям вот они, все имена наших монстриков. Вся коллекция здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 целых монстриков. И смотрите, отдельная страничка для монстр-карточки. И смотрите, кто нам попался. Монстрик Макс. Эта карточка вынимается. И на этой карточке также есть номер номера. Вот, 10 номер из 12 нам попался, монстрик Макс. Очень он классный. Ну-ка, давайте смотреть, что же за монстрик Макс нам попался. Еще что-нибудь может там есть? Нету. Вау! Как я люблю монстров. Посмотрите, какая милота. Один глазик у него, одно ушко двигается, второе приклеено. Не хочет двигаться, лапки мягкие такие. Монстрик бархатный, хвостик, шея чуть-чуть гнется, одноглазый зубастик, шестилап. Смотрите, какой он забавный и веселый. Ха-ха. Настоящий монстрик. Ну, какие-то монстрики действительно милые, очень какие-то похожи на корпорацию монстриков, что ли. Но очень классные. Своя коллекция. Очень здоровские. Как вам такой монстрик? Обязательно пишите в комментариях, какого вы себе монстрика выбираете из сегодняшнего выпуска и какой вам больше всех понравился. Либо вам, может, все монстрики понравились. Так, первый монстрик Макс. Ставим его на стол и продолжаем искать еще монстриков. Берем следующий пакетик. Как мы знаем, 15 пакетиков у нас. И интересно будет очень, кого же мы сегодня найдем в них. Оп. Следующая книжечка. Хоба, ничего себе, нам повезло, новый монстрик. Дидинь. Так, зовут его Эдгар. Смешной Эдгар. Итак, но Эдгар у нас 6 из 12, вот оно. Как мы заметили, беленьким выделено. Шар Монстерс, коллекция Эдгар. Вверху также есть, дублируется. Карточки я вам не сказал, бархатные, как и в предыдущих коллекциях. Если ты не смотрел, заходи, смотри, там щеночки и динозаврики были. Монстрик Эдгар выглядит вот так вот. На карточке. Ти-ти-ти-дам! Вот это весельчак! Посмотрите, у него два глазика, желтый язык, хвостик такой прям, какой-то он весь розовенький. И такие синие пупырышки у него, синие волосы. Очень своеобразный монстрик. Но смотрите, они совсем не страшные, они какие-то веселые и милые монстрики. Прикольненькие, мне нравится. Как вам, Эдгар? Напиши в комментариях, понравился он тебе или нет. По мне так очень здоровский Эдгар. Класс. Так, ставим Эдгар на стол. Следующий пакетик сюрпризик. Тоже будет в нем. Сейчас посмотрим. Вот эти игрушки в печати я видел точно. Так что, если кто хотел все такие, можете покупать. Пес в печати. Так. Прям какой-то крепкий пакет. Не видел на тех книжечках. Здесь еще, смотрите, такие блестки нанесены прям. И все переливается классно. Открываем. Та-да-дам! Новый монстрик. Класс. Что же за монстрик нам здесь попался?
Его зовут Бубу. Смотрите, Бубу. Прикольный монстрик. Я таких люблю, которые бу делают. Это номер 2 из 12 монстрик. Монстрик Бубу. Он прям нас пытается испугать. И смотрим на него вживую. Вот он . Очень классный, пытался нас испугать. Бо! И опять пытался. Но ничего у него не получилось. Очень он забавный, с рожками, рожица корчит. Такой желтенький, необычный какие-то монстрики. Прикольненькие, веселенькие и миленькие. Какие-то добрые монстрики. Это класс, когда монстрики добрые, а не злючки, закорючки. Класс. Еще один монстрик на столе. Уже их целых 3. Нам попалось. И это очень здорово. Так, Бу вот так вот сидит на своем хвостике. Прикольно. Так, следующий пакетик берем. Так, прям вот так его открываем. И смотрим, что будет в этой книжечке. Ух ты, какой смешной Кримсон. Смотрите, Кримсон нам какой-то попался. Смотрим на Кримсона. Вот он. Какой-то коричневый Кримсон. Что же это за такой монстрик? Неужто будет? Давайте придумаем. Мне кажется, он... Сейчас скажу, когда достану. Итак, это 5 номер из 12. Вот он на картиночке. Карточка тоже бархатная. И смотрим на Кримсона. Та-да-дам. Вот он. Он похож то ли на Йети, то ли на снежного человека. У него вот здесь вот бархат, а здесь нет бархата. Животик можно вот так погладить ему. Мне кажется, это какой-то снежный человек, Йети-монстрик. Как вы думаете, кто это такой? Не знаю. Мне так похож на Йети какого-то. Только лесного какого-то, не снежного. Очень смешной Кримсон. С зелеными глазками. Ручки у него не крутятся. Но очень он приятный. Такой весь прям вот шершавенький и приятненький. Классный Кримсон. Как тебе? Напиши в комментариях. Абу наш упал. Бу-бу. Видно, он продолжает всех пугать. Там уже сверху кто находится. Итак, следующий пакет. Что же здесь за монстрик будет? Открываем. И смотрим. Карточку. Открываем. Так, первая повторка. Нам попался Эдгар. Вот он из пакетика убежал у нас. Двуглазый монстрик Эдгар. Мы его не будем уже рассматривать, а поставим его вот сюда за пакетики. Освободили мы место под новых монстриков. Открываем следующий пакетик. И сейчас посмотрим, кто попался нам в этом. Вау! Фред нам попался, вот он здесь, и вот отдельная его карточка. Монстрики, походу, какие-то космические. Смотрите, они с какой-то планеты прилетели. Итак, смотрим карточку, также бархатная. Вот он здесь, под номером 7. Так, и сам наш пришелец Эдгард. Точнее, Фред, что-то я перепутал. Смотрите, какой гуманоидик, у него прям мозг сверху. И мозг не бархатный, а такой резиновый, покрашенный, и у него антенки какие-то здесь торчат. Какой-то зомби-пришелец. Лапка вот эта двигается одна. Нижние чуть-чуть так двигаются. Он зеленый, прям если еще какой-то гуманоид. Вот так он выглядит. Брови какие-то у него фиолетовые. Глазки такие. Какой-то монстр-гуманоид-лягушонок. Можно его так назвать. Его будет Фред. Его зовут Фред. Как вам Фред? Напишите в комментариях, либо уже начинайте писать. Возможно, вы уже в какой-то монстрика себе выбрали вашего любимца, и он вам больше всех понравился. Можете уже писать в комментариях. Так, а мы открываем еще пакетики. И что будет здесь? Так, смотрим карточку. Опа. Кто здесь попался? Так, снова повторчик. Эдгар. Эдгар пока самая частая игрушка. И вот он, Эдгар наш. Еще один Эдгар. Так, ставим его на стол. И продолжаем открывать, не теряем времени. Берем следующий пакетик. Пока что мы собрали 1, 2, 3, 4, 5 из 12. Ну, игрушек очень много. И повторки будут 100%.
Так, оп. Следующую карточку смотрим. Вау, новый монстрик-гуманоидик. Это монстрик Плак. Где он у нас на карточке? Вот он. И номер 12 из 12. Вау. Посмотрим сейчас на Влада. Такая красная бархатная карточка у него. Достаем Влада. И смотрите, какой Влад смешной. Это какой-то рыбка-монстр. У него две лапки, хвостик. Очень он похож на какую-то рыбку, но рыбка какая-то странная. Двухлапая рыба. И он такой улыбчивый. Как он такой монстрик? Какой-то смешной-пресмешной. Не знаю даже, что он делает. Как он вообще плавает, либо по суше прыгает. Мне кажется, все-таки по суше, раз у него лапки. Как он такой монстрик? Напишите обязательно в комментариях. Но меня он очень позабавил. Влад. Какой-то прям большая рыбка Влад. А там не знаю, кто же это. Если знаете, напишите, на кого он похож. Итак. Следующий пакетик. Кто здесь такой? Ребята, как думаете? Ой. Убежал монстрик наш куда-то. Смотрим карточку. Так, и снова Эдгар. Прям сверхповторюшка какая-то. Пока что самая повторяющаяся игрушечка. Вот он, наш Эдгар. Опять убежал, и у нас их уже целых 4. Эдгара. Уже бы пора бы что-нибудь хотя бы другому повторочке попасться. А нет, Эдгар. Берем следующий пакетик. Смотрим, что будет в нем. Так, открываем. Так, и это снова Кримсон нам попался. Не знаю, по мне так это какой-то снежный человек Йети. Хотя они из космоса, не знаю. Напишите в комментариях, на кого он похож. Так, и смотрим самого Кримсона. Такой же Кримсон. Так, забавненький, веселенький. И идет нам на стол повторочка. А мы уже следующий пакетик открываем. Так. Так, снова Эдгар. Ну что такое-то, Эдгар? Ты чего такой часто ты нам попадаешься? У нас уже целый стор Эдгаров. Так, достаем его из пакета. Вот он. Эбебе. Так, ты у нас есть уже. Какой по счету-то? Даже не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. У нас уже 5 Эдгаров попалось. Так, еще 4 пакета у нас. Может, все-таки удастся что-то новенькое собрать. Сейчас попробуем. Смотрим. Ух, наконец-то. Борис нам попался, так он смешной. Вот он, третий, видно будет. Итак, да, третий из 12. Зовут монстрика наша космического Борис. Язык он показывает. Давайте же скорее его смотреть. Безобразника этого. Да, ребята, смотрите, какой он хулиганчик. Показывает нам язык с одноглазый, какие-то лапки у него такие смешные. Вообще какой-то смешной прям монстряж. Какие-то коготочки, ушки, но такой он веселый и дразнится еще. Язык нам показывает. Ай-яй-яй, хулиганье. Так, ставим его на стол. Будешь ты сидеть-то? Да. Очень прикольный. Как вам такой монстрик? По мне так вполне пока нравится. Потому что он самый веселый и хулиганистый. Ну еще бум мне понравился, если не ошибаюсь. В общем, они все классные какие-то. Для коллекции, когда собираешь, очень забавно все смотрятся. Так, еще у нас пару пакетиков осталось. Что будет здесь? Так. Хоба. Вау, новый. Новый. Это здорово. Вот он, Джек. И смотрим. Джек наш. Такой оранжевом фоне, фиолетовенький должен быть. И номер 8 из 12. Класс. Ура, что здорово, что новая фигурочка нам попалась. Вау, ну это прям вообще супер монстрик. Такой у него большой глазик, крылышки здоровские, такие зелененькие, мятные. Очень красивый Джек. Мне очень он понравится, это будет один из моих любимых монстриков. Какой-то он прям вот забавный, он очень простой, но такой классный. Мне нравится. Как вам? Напишите, Джек. По мне так очень забавный и здоровский. Классненький. Крылышки у него не бархатные, а сам он бархатный, такой прям мягенький. Так, Джека. Давайте вот Джека сюда поставим. Джик.
чтобы он прям одним глазиком за вами наблюдал, что ставите вы лайки или нет. Итак, следующий пакетик. Что будет здесь? Прям крепкий как кот. Ой, не хочет. Достали. Оп. Ура, ребята, Спайк. Это друг Джейка похоже. Смотрите, Джейк и Спайк. Новый монстрик. Здорово. Итак, Спайк. Вот так выглядит карточка его бархатная. Номер 11 из 12. И смотрим же на Спайка. Спайк очень классный. Смотрите, вот это вот здорово. Очень классный Спайк. Слов у меня нету. Классный монстряшка. Такой прям ярко лимонный, он такой зеленоватый, рожки оранжевые. Здоровская игрушка. Веселая, он улыбается, у него один зубик. Видно, это маленькие монстрики. Такие прям классные зверунчики. Из другой галактики монстрянчики. Итак, поставим его сюда. У нас еще остался с вами один пакетик. Что же он нам принесет? Давайте посмотрим. Главное, чтобы не Джека. Потому что Джека, точнее Эдгара, вот оно. Потому что Эдгаров у нас уже целая куча. Давайте смотреть, кто там. Ой, пакетик упал. Вау! У нас такого нету. И в конце нам попался новый. И это очень классно. Вот он. Чаки его зовут. Вот он наш Чаки. И номер у Чаки получается 4. Так. Сейчас я подниму пакетик и посмотрим на Чаки. Так, пакетик убежал. Карточку на стол. И смотрим. Чаки. Вот он. Смотрите, какой милейший монстрик Чаки. Классный. Лапки у него вот так гнутся. Какой-то тиранозаврик Чаки. Очень прикольный. Хвостик гнется. Трехглазенький. Он такой очень забавный и миленький пометок. Очень прикольный. Как вам, ребята? Мне очень понравился. Кстати, что там на пачке написано? Давайте посмотрим. Написано, что очаровательные монстрики. Эта коллекция называется. Ну, действительно, очаровательные, милые, дружелюбные. И все-таки монстрики. А с монстриками же классно дружить, если они добрые, по мне так. Итак, давайте посчитаем, сколько мы нашли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы вместе с вами собрали 10 монстриков, и кто же нам не попался? Давайте посмотрим. Нам, получается, не попался вот такой вот слоник, какой-то монстрик. И нам не попался вот такой вот желтый монстрик. Сейчас я на вкладыше посмотрю, как их зовут. Получается, Мэвис нам не попался. И не попалась Белла. Вот такие вот два монстрика не хватает для коллекции. По мне так, коллекция очень удачная. Игрушки веселые, забавные, классные и очень здоровские. Также, ребята, пишите обязательно в комментариях, как вам монстрики эти, понравились или нет. Выберите все любимцы и напишите, кто вам больше всех понравился. А мы увидимся в следующих видео на моем канале. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписочку, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также пишем комментарии. Также не забывайте, что их можно купить в Магните, в Ашане и в Союзе Печати. Ну, в киосках печати. Внизу оставлю ссылочки на всякий случай. Посмотрите, у них еще есть сайт этих монстриков. Увидимся, всем пока-пока, до новых встреч!